На радость детворе. Еще месяц назад на этом участке был заросший бурьяном пустырь, а сегодня универсальная детская площадка со спортивными тренажерами. Игровой комплекс возведен по губернаторской программе «Наше Подмосковье». Сегодня анисты получают эту современную, классную, безопасную, самую интересную с точки зрения малых архитектурных форм и площадок. И здорово, что эти детишки маленькие, которые здесь перед нами находятся, могут играть на безопасной, хорошей площадке. Огромное чувство гордости, потому что я работаю в Москве, потому что я работаю в команде «Азиатского рода», что губернатор находит время и деньги, чтобы заниматься в том числе и детскими площадками. Спортивное плавание. На площади 450 квадратных метров расположились детская площадка, спортивно-игровая зона, ну и, конечно же, тренажеры. Все удобное, новое, красивое и увлекательное для детей и подростков. Игровой комплекс выдержан в морском стиле. Даже качели вместо сидений имеют спасательный круг. По периметру установлены лавочки. Мне в этой площадке нравится, что тут классно и хорошо играть. Весело. Догонялки можно играть. Догонялки. Тупи-тупи за себя. И безопасно, да? Да. Безопасно. Здесь можно еще на качелях покататься. Прятки играть, прятки. Корабль большой. В целом вам нравится это? Да! Удобно, безопасно, детям нравится. Даша, тебе понравилось? Да. Веселая площадка. Каждый день будем приезжать. Мы очень благодарны, потому что здесь и дети встречаются, общаются. И родители. Главное, ребенку здесь нравится, вот что. Он с утра просыпается, говорит, побежали на площадку. Самым активнейшим образом идет программа благоустройства. И если где-то, может быть, в каких-то муниципалитетах еще те площадки, которые они делают по своей программе, не успевают, то вот как раз губернаторские площадки идут с опережающим темпом. До осени мы как можно быстрее сделаем по всей области эти губернаторские площадки. Независимо от того, где живет человек, ему должно быть удобно. Детям должно быть, у детей должны быть площадки, на которых они могут играть, проводить время. То есть и это реализуется. Мы сейчас видим, что у нас улучшаются дороги, мы видим, какие по качеству площадки ставятся, с замечательным покрытием, с замечательными тренажерами. Всего в этом году в Щелковском районе запланирована установка 4 площадок. По губернаторской программе еще 58 будут смонтированы на средства муниципальной программы благоустройства. Михаил Налетов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».